Шашлык в газировке. Это канал Реальная Качалка. Поехали! Отличный способ экспресс приготовления шашлыка на случай внезапных гостей. Очень прост. Надо его делать в газированной воде. Все просто. Порежьте мясо. Обильно пересыпьте его специями. Такими или такими, да? На ваш выбор. Те специи, которые вам нравятся. Иногда я беру просто вот обычные готовые специи, как вы видите на экране. И они отлично справляются. В данном случае отлично подойдут смеси, типа такие, как по специям, как хмели-сунели. Можно даже бросить пару веточек розмарина. Потом заливаем мясо газированной водой. И вуаля, через 40 или даже 30 минут шашлык готов. Благодаря углекислоте специи быстро проникают в волокна мяса. Они мгновенно пропитываются и становятся мягкими. Слейте потом минералку, добавьте соль и 3-4 столовые ложки растительного масла. Лучше всего оливкового, экстра virgin можно, да? Этот рецепт отлично размягчает говядину и даже баранину. В самом конце приготовления можно посыпать шашлык смесью душистых трав или орегано. Всем рекомендую итальянские травы. Они более и более оригинальны. Друзья, для этого рецепта важно не переборщить. Если вы придерживаете как бы шашлык в минералке, да, и хотите, чтобы все было хорошо, то поддержите то время, которое я сказал выше. Кушать вам придется именно абсолютно классное мясо. А если передержали, то оно будет или сухое, или совершенно безвкусное. Поэтому следуйте тем нормам, которые я сказал ранее. Ингредиенты очень простые. Мясо, газированная минеральная вода, ту, которую вы любите, специи по вкусу, именно хмели-сунели, соль, которую добавляем в конце, и оливковое масло. Друзья, это канал Реальная Качалка. Ставим лайки, подписываемся на наш канал и напишите, какие рецепты шашлыка любите вы. Всем приятного аппетита. До скорых встреч.